Скажи, пожалуйста, были ли какие-то ожидания от жеребьевки? Может быть, хотели кого-то себе в соперники? Ну, в принципе, не знаю, хотите верить, хотите нет. Я сказал, что мы будем играть с Баффало. Как бы могу показать скрин переписки. Вот, потому что в том году мы с ними играли. И команда хорошая, хорошая команда, классная. Ну, у них очень видно, что они сыгранные, катают мяч хорошо. То есть... И хотелось... Просто мы знали, что это за команда, поэтому мы хотели именно с ними, потому что знали, что мы можем их обыграть. Остальных просто мы не знаем. Там есть и сильнее, есть и слабее, наверное, но просто мы не знали соперников, кто как. Знаем Союз по Горному университету, но с ними, наверное, хочется сыграть попозже все-таки. То есть, так понимаю, прошлая игра на паркете очень сказалась на сегодняшней? В плане? В плане того, что вам помогло это, вы знали соперника, вы понимали, как с ним играть. Да, примерно представляли, что, ну, играли от обороны сегодня, обычно играем в прессинг, но сегодня играли больше от обороны, особенно во втором тайме, потому что соперник, опять же, блистательно играет в комбинационный футбол. Но, слава богу, мы не дали им выиграть этот матч. А по какой причине было так много моментов и так мало все-таки голов с вашей стороны? Ну, это наша проблема. Вообще, если посмотреть счета игр наших, то там очень мало забивается и очень мало пропускается с нашей стороны. То есть у нас всегда счета 2-2, 3-3, что-то такое. Ну, мы мало забиваем, мы мало пропускаем, в принципе. Но моментов, да, много опять, но не забиваем. Как с этим бороться, я не знаю, как бы. Это психология, только психология. Что изменилось во втором тайме? Команда соперника резко начала вас атаковать. По какой причине, как вы думаете, это произошло? Еще раз можно, пожалуйста? По какой причине произошла резкая смена? Команда соперника начала вас очень активно атаковать, и у вас практически уже, собственно, не было шансов. Ну, мы специально сели, потому что им надо было забивать. Нас счет устраивал, с одной стороны. Ну, конечно, все равно мы сели слишком низко. Так играть нельзя, наверное, все-таки. Так очень опасно. И по итогу они забили, они добились своего. Мы тоже могли забить, но не забили. Но это, наверное, это наша ошибка была вот в этой игре, что мы слишком низко. Мы уже сидели в своей штрафной площади. Так нельзя, конечно. Спасибо большое. Поздравляю вас с победой.